Я раскаиваюсь. Школа меняет жизнь к лучшему однозначно. За что низкий поклон вам, уважаемый Андрей Ильич. Я, передо мной нет виноватых. Люди, которые обучаются в нашей школе, они приходят, потом уходят, потом даже пишут гадости. Есть люди, которые пишут гадости, где-то обсуждают на форумах, там пишут о том, какой я плохой человек и так далее. Но дело в том, что плохих людей быстро жизнь наказывает. Их очень быстро жизнь наказывает, бьет, и они становятся бедными, некрасивыми, злыми, с плохим запахом изо рта. Я могу сказать, что я ничего плохого не делаю, и желания плохого у меня никогда не было. Ошибки, возможно, какие-либо. Но вы знаете, каждый из нас, он духовно развивается. Я тоже в школе между первой ступенью и последней первой ступенью тоже духовно, наверное, набрался или развился. Для меня более важным стало ощущение семьи. Для меня более важным стало ощущение правдивости. Я однозначно изменил школу в сторону верности. Я говорю, что там искать, живите с одной или с одним. Это большое счастье, а если видоизменить свои чувства и свою душу, то близкие рядом будут именно такими, как вы хотите. И красивее, и мудрее, и лучше, и так далее. Ну, в случае, если у них там нет каких-то тяжелейших жизненных проклятий. Короче, все можно менять. Ну, а... Если когда-нибудь где-то прочитаете, что Дуйко забрал большое количество денег у кого-то, я не провожу платные консультации. У меня нет таких платных консультаций, когда человек приходит и мне может заплатить за мою консультацию. Я их не провожу. Почему? Чтобы никто никогда не упрекнул, что я за консультацию взял деньги. Все, никто никогда не упрекнет. Если я делаю консультацию, делаю бесплатно. Дальше, по поводу ступеней, которые я создал и их продаю. Да, я создал ступени, это называется у меня инфопродуктом. Я эти ступени создал, я их продаю. Человек хочет покупает, а хочет не покупает. Я их специально никому не навязываю. И нет такого, что человеку говорю, обязательно купи, обязательно пройди. Только это тебя спасет. Нет, я не манипулирую людьми, и мне все равно. Третье. Моя эзотерическая школа для меня не является основным компонентом, из которого я зарабатываю деньги. Почему? Я удачный бизнесмен, у меня хорошо получается зарабатывать деньги, я занимаюсь бизнесом много лет, являюсь владельцем там, и так далее. И, в общем-то, если сказать о реализации моей, я очень хотел выздороветь, сейчас я здоров. Тьфу-тьфу-тьфу. Я очень хотел любить, сейчас я обожаю. Я очень хотел быть состоятельным, я такой. Я хотел свободу, я ее получил, но я получил еще и божественную любовь, я ее ощущаю. Я хотел спокойствия, у меня его море, я в нем купаюсь и черпаю бесконечные возможности. Там, для того, чтобы я кому-то сказал, разойдись со своим мужем и не живи, такого не бывает. Зачем мне это делать, объясните? Зачем мне, человеку, который ни в чем не нуждается, заставлять кого-то делать что-то? Зачем? Объясните мне. Если вы найдете объяснение, то я пойму. Возможно, я чего-то недопонимаю. А так, на самом деле, мне это незачем. В моей жизни все идеально. Я обожаю свою семью, обожаю детей. У меня есть что есть, где есть, с кем спать и на чем лежать. Я обожаю и верен маме, обожаю и верен взрослым людям, которые есть в моей жизни. Я помогаю себе, помогаю близким, помогаю этой стране. Ну и у меня не было задачи никогда сделать специально что-то для кого-то, чтобы этому человеку было плохо. Нет, я даже несу ответственность за людей. Я обычно даже говорю так, если вы ученик школы, то тогда я, скорее всего, захочу вам помочь. А если вы даже не ученик, я обычно пишу, я не общаюсь с неучениками школы. Мне не интересно. Почему? Ну, почему я должен помогать совершенно чужим людям? За это Бог наказывает. Для Бога у каждого человека своя судьба. И это связано с его духовным путем. Если он в этом пути ненавидит, если весь мир он ненавидит, то он Бога ненавидит. Его жизнь, она страшная, не хотелось бы. А я такую жил. Я такую жил. Пьянки, гулянки, вечные там поиски кого-то, женщин, вечные поиски, не знаю, денег, ненависть ко всему окружающему миру. У меня это было. Слава Богу, очень быстро прошло. Потому что я просто врожденный такой, эстетичный и очень добрый и теплый человек. Видимо, как-то, знаете, хорошо карты легли. И как бы в жизни мне не свойственно быть агрессивным, нервным. Я терпеливый, человеколюбивый, миролюбивый, сердечный и так далее.
Ну и школа, конечно, мной создана была на фоне моего персонального, удачного, по моему мнению, опыта. То есть я сам себя восстановил с помощью этих знаний, людям помогаю. А деструктивных каких-то элементов, там, заставить человека страдать, без конца заниматься или без конца что-то делать, у меня не было задачи этой, я не хотел этого. Я сейчас, если провожу, допустим, эзотерические марафоны, там, куда я приглашаю людей, я даже там все время говорю, сейчас шел марафон по целительству, и я говорил, возможно, вам то, что я с вами работаю, не поможет, я не даю никакой гарантии. Как я могу дать гарантии, если ваше тело состоит из 60-190 миллиардов клеток? Ну, какие гарантии могут быть? Ни врач, ни таблетка, никто не может дать гарантии. Это, ну, не подвластно. Мы просто же обычные люди. Это все знания просто психологии, знания, может быть, нейропсихологии, знания психосоматики. Ну, это все гипноза, там, суггестии, как правильно работать с людьми, вот эти, как работает, как правильно действует дыхание, как правильно действовать на человека. Вот это знание, оно большое, и это дает возможность вот так работать с группами. В большинстве своем где-то 70-80% ну, улучшает свое состояние, ну, процентов на 70-80. То есть там позвоночники перестают болеть годами, потом не болят, там, ноги при артритах перестают болеть, там, зрение улучшается и так далее. Ну, является ли это чудом? Ну, с одной стороны, я как человек, который нашел свой духовный путь, внутренне уверен, что Бог мне помогает. А если бы я был атеистом, я бы думал, что это методика, которая разработана, и вот, которая не мной. В большинстве своем я просто библиотекарь, объединивший огромное количество систем между собой. Ну и правильное использование этих методик помогает привести и психику, и физику в норму и так далее. Ну а там особо популяризировать или особо об этом говорить даже и нет идей таких, и никогда не возникало. Я вообще хочу вам сказать, я не стремлюсь к наживе, я стремлюсь к Богу. Это моя задача. Мне ощущение, что вот эта энергия меня любит, она мне позволяет потом в дальнейшем проявить себя в виде человека, который бы хотел об этом рассказать другим людям. Не нужно так страдать и так мучиться, можно выбрать это.